Их сынок станет твоим племянником, когда ты женишься на Серсее, конечно. А ты станешь отчимом короля, а заодно его зятем. Когда ты выйдешь за короля, мать Джоффри станет его же заловкой. А ваш сын станет Лорусу кем? Племянником? Внуком? Сама запуталась. Но твой брат станет твоим свекром. Это совершенно точно.